Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, сегодня вторник, ребят, мы продолжаем. Так, вчера мы с тобой добрались до Лиги Сёгунов 3 звезды, а сейчас мы находимся, как обычно, ребята, в Лиге Самураев 3 звезды. Это прям какая-то тенденция. Нам просто не дадут остаться ни в Лиге Сёгунов 1 звезда или 2 звезды. Нас обязательно, ребят, скинут, и они очень этому рады. А я не рад, потому что мне опять придется забираться опять на эту верхушку. Хочу я этого или нет, но вот придется. Ладно, друзья мои, мне не привыкать. Я тешу себя только одной мыслью, что эта неделя у нас будет последняя, и мы с вами прокачаем платинового бойца еще одного. Очень много было пожеланий. В основном все идет по поводу ролевых черепашек. Уж не знаю, ребята, чего вот они вам вот прям вот в душу запали ролевые. Ну, я, конечно, понимаю, что вы хотите как лучше, типа массовые атаки и то все 5-10. Но давай подумаем о другом. Сделаем с тобой как бы такое отступление, что все массовые персонажи, которые имеют атаки, да? Точнее, все персонажи, которые имеют массовые атаки, не все хороши. Вот не все хороши, друзья мои, вот поверьте мне. Вы знаете, что очень много примеров у меня есть. Например, взять Железноголового или того же самого Джастина. У них массовые атаки, да. Но Железноголовый, прежде чем свою массовую атаку выпустит, там нашу команду разбомбят. А Джастин, он вообще, ребята, ну он фуфлыжник. Не будем скрывать этого. Он просто фуфлыжник. То же самое, наверное, я так думаю, и Крип. Хотя у него, по-моему, нет, у него есть массовая атака. Ну как она атака? Он кричит, орет как сумасшедший. Слушай, ребят, я тут ничего не напортачил, пока с вами разговариваю. По-моему, я команду сфуфлагонил. Собака, а. Я не взял хай-левела в этот отряд. Ай-яй-яй. Вот, и поэтому я как бы к чему сейчас, ребят, намекаю, что не все... Ну все, сейчас муху похоронит. Не все массовики-затейники... хороши, скажем так. Я, конечно, прокачаю, ребят. Я вам обещал прокачать, значит, будем прокачивать. Но мне кажется, есть все-таки смысл подумать. Так, я, наверное, лево, наверное, жарить надо. Надо хорошо подумать, прежде чем... Оу, очищение. Прежде чем, например, выбирать там какого-то определенного персонажа, стоит ли он того или не стоит. Слушай, у нас вот, по-моему... Да слушай, у этого... Не, у этого нету... Нет, есть массовая атака. Он же дрон вызывает, да? А... Так, нет, это крит. Это просто, друзья мои, крит. Я его смогу вообще ушатать сегодня или нет? Да, молодец, Кейси. Красава. Так. А нафиг мне вот это надо было сделать? Зачем ты это сделал, Криповский, а? Вот объясни мне. Ну, кулаком по башке ему дай. Бам. И мимо. А почему? А потому что, ребята, уклонение у него стоит. Ну, пробьешь. А, он еще и замедляху на него пойдет. Ну, в принципе, ребят, все, ему, наверное, кранты будет. Да. Фух, заговорился с вами, ребята, и взял отряд равный нашему противнику. Почти равный. Да неужели? Неужели мы попали обратно в Лигу Сёгунов? Одна звезда, прям бальзам на душу. Но мне хотелось бы получить, ребята, 15-20... Там вообще-то 16-20 должно, по идее, быть, но... Да фиг они дадут тебе. Нет. Нет, и еще раз нет. Давай. Давай я возьму Армагона. Как говорится, оторвусь по ним по полной программе. Как? Легко и просто. Армагон шутить не любит? Нет. Он готов ко всему? Да. И он делает фееричный удар. Как-то так. Все, друзья мои, все. Есть у меня, ребята, небольшая задумка. Вот, в последнее время вернуться в старые игры, в свои вернуться в старые игры. Но, знаете, в чем проблема? Проблема там есть большая. Что наполовину игр старых моих, как бы это помягче сказать, нету сейвов. Нету сейвов, и это придется начинать все с самого начала.
Ты представляешь, все с самого начала. Какие игры, например? Ну, например, есть такая игра, мы играли в нее. Обезьяны против лесорубов. Помните такую игру? А есть еще такая одна игруха, называется... Блин, как она? Рикки Кланк или как-то... Там, короче, два пришельца, они и ловят зомби, и зомби гонят нектар, так скажем. И этот нектар продают, прокачивают свою кофейню или что у них там, ресторанчик маленький, небольшой. Как-то Clash и Crash, что-то так... Точно не помню. Ну, факт в том, что я в нее играл. И самое удивительное, что сейвы у меня сохранились, но почему-то только на телефоне. А когда я захожу через Android, их нету. Я не могу связать свой аккаунт почему-то. Ну, не знаю, по каким-то причинам он недоступен. Он просто не соединяется, и все. И таких вот игр, ребят, ну, предостаточно количество на самом деле у меня. Вот. Просто мне почему-то самому захотелось в них поиграть. Не знаю, что меня сподвигло. Ну, как я вам и раньше говорил, друзья мои, для меня, старые игры почему-то были намного лучше и интереснее, чем вот эти вот современные. Я сейчас вот недавно, когда вчера скачал себе на телефон три современных игры. Ну, как современных, я имею в виду новейших, которые вышли. Одну из них подчеркнул, но она, ребята, ни на одном эмуляторе не выходит. Как бы не то, что она не выходит. То ли эмуляторы древние, хотя, извини меня, 11-я версия Android стоит. То ли еще что-то. В общем, я не могу их найти через Google Play. А на телефоне они есть, но у меня нет возможности, ребята, с телефона играть на... Как тебе объяснить-то? Ну, как вот с телефона играть на, например... На экран. Через, опять же, этот... как он там называется? Я тоже забыл. Ну, ты понял, да? Через Bluetooth он передает. Изображение идет на экран. Опять же, в узком формате. А если в широком, то он... Ну, он просто не влезает, ребята. Он... Рамка там такая появляется. И как хочешь, так и играй. Вот. Кстати, у меня там до сих пор сейвы остались... Kingdom Rush, третья часть. Вот они там остались. И там можно проходить события. А на эмуляторе я не могу играть в нее, понимаешь? Просто не могу. То есть у меня телефон тянет абсолютно все и везде. А на эмуляторах я даже, наверное, половину того, что я хочу, я не могу поиграть. Так что как-то вот такая вот... Приходится, ребятушки, играть как бы в старые игры. Но я еще раз говорю, что я ничего против не имею старых игр. Они очень даже, ребят, крутые. У меня, если ты не веришь, у меня на телефоне даже Angry Birds до сих пор есть. Да-да. Ну, я имею в виду Epic Angry Birds. А вчера я поставил вот такие игры, ребята. This Hair Silence Gods, Road to Valor, Империя, Vanguard и Battlesmith. Вот такие вот игры я поставил. И, кстати, вчера я поставил еще Спанч Боб Приключения. Даже немножко поиграл, но не знаю. Поставил, ребят, на новый эмулятор. Она, по крайней мере, поставилась. Можно посмотреть, что за игра. Я на телефоне поиграл, но обычная казуалочка. Но, тем не менее, можно поиграть. Правда, я отзывы почитал, много чего теряется. Ну, прогресс теряется, это теряется, я не знаю. То ли она недоработанная, то ли она... сделанная наспех. Ну, для разочка, например, можно ее будет даже глянуть. Если вы захотите, пишите об этом в комментариях. Так, ну что, продолжаем, ребят, наши баталии. Ну да, кожа головы, конечно. И знаешь, что еще захотел? Вот помнишь, что ты писал? Поиграй в Силу Порталов. Ребят, я уже в Силу Порталов, в Черепашки-ниндзя Силу Порталов начинал играть, по-моему, Два раза. И я все-таки думаю, что я, наверное, продолжу играть, но опять же с самого начала. И единственное, что мне вот там не нравится, что там нельзя играть на геймпаде. И второй минус, который мне не нравится, что черепашки, блин, они... Ну, как тебе сказать, у них интеллект слабоват для... Как тебе объяснить? Для самодостаточной игры. То есть они...
лезут куда не нужно, бьют кого не надо. Вот в этом минус. Но, тем не менее, игра интересная, и я ее все-таки, ребят, хочу дойти. И вот в прошлый раз, в первый раз, когда мы играли, я на Шархане встрял, да, на Тигрином Когте. Что второй раз, когда я играл, я опять же встрял на Тигрином Когте. А почему, ребята, происходила вот эта вот фигня, когда я переставал работать? В первый раз я ее играл на андроиде, да? Там у меня эмулятор слетел. Я поставил, сейвов нету. Второй раз я играл на компьютере. У меня жесткие диски тогда сгорели, помните, когда я вам говорил? Она была именно там. То есть опять минус. Вот я думаю, если она продается сейчас в Стиме, в Стиме, если она продается, я ее сейчас куплю в Стиме, чтобы у меня сейвы в любом моем случае сохранились. И я ее начну проходить. Но почему-то мне кажется, что в Стиме ее, наверное, нету. Но я посмотрю. Но если нету, я, ребята, опять же возьму ее со стороннего сервиса, да, скажем так. И мы все-таки ее пройдем. Но проходить, если она будет на ПК, мы уже будем ее проходить, наверное, все-таки, ребята, на втором моем канале. Потому что здесь она уже два раза засветилась, и два раза она недопройдена. Я уже, как говорится, начну ее на втором канале на своем, чтобы уже не было никаких повторений. Фух. Нормально все. Так что вы тоже пишите, что по этому поводу. Недавно, ребят, заходил в Hustle Castle. Ну, вы просили, зайди, посмотри. Ребят, я зашел, посмотрел, я прихренел. Это я вам так мягко говорю. Они что туда наворотили? Они что? Я зашел, я даже ничего не могу понять, что куда, какие задания, что. Там столько всего, там прокачки этого персонажа. Там... Не, конечно, если будешь заходить каждый раз и это, и плюс еще вы можете что-то подсказать, если кто-то из вас играет. Но для меня это было, конечно, что-то с чем-то. Я прямо аж растерялся. Я не знал, за что схватиться. На какую бы драку я ни полез, я везде получал звездюлей. Я подумал, а стоит ли мне вообще ее начинать? То есть, опять же, ребята, вы же прекрасно знаете, почему я из нее ушел. Из-за доната. Просто она превратилась в донатную, конкретно донатную помойку. Именно из-за этого я оттуда ушел. Но там же, не забывай, не только же мы играли. Там же играл, по-моему, и Евросервер, и Китай-сервер, и кого там только не было. И, соответственно, ты-то можешь как бы еще против своих там противостоять. Но против китайцев, корейцев, мне кажется, вообще вариантов нету. Само собой, мой клан там уже пустой, хотя территория забита, то есть как бы мы клан вместе, но просто люди тоже не играют. Но территорию, как интересно, мы еще почему-то там держим. Если я, конечно, что-то не путаю, и наша ли это там вообще территория. Вот. Ну а так, что интересно, тут же еще, помните, ребята, Age of... как мы играли игру-то там? Age... Не Wonders, а... Тоже она на андроиде, ребята. Наподобие Riot Legend. Только там ты играешь, главный персонаж у тебя маг, и он там ходит, собирает там ящеров. Потом это тоже зашел. Ну там, слава богу, сейвы сохранились. Но опять же, друзья мои, что-то как-то там так сложно. Как там сложно. Она тоже пошаговая, но тоже у нее графика очень хорошая. Как она называется? Age of... Блин, я не могу сейчас вспомнить. Вот. Тоже мы в нее очень долго играли. Я там какого, не помню, то ли 80-го, то ли 50-го, или 60-го уровня. Ну, то есть такая средняя прокачка. Но единственное, что по шмоткам, конечно, я там проседаю. Что-то вот такая вот, ребят, ностальгия напала. Но опять же, я вам говорю все это. А дойдут ли до этого руки? У меня порой, знаешь, вот такая вот как... порой, знаешь, как вот бывает, печаль нападает, а у меня ностальгия вот. Вот ни с того ни сего напал на меня. И вот захотелось мне почему-то зайти поиграть. Вот. Но опять же, одно дело зайти поиграть. То есть ты зашел один разок, посмотрел, неинтересно, и ушел. А другое дело действительно в нее играть. Вот смотри, в Черепашки-ниндзя мы с тобой играем больше 5 лет. Я тебе честно скажу, она мне не надоела. Но она меня не напрягает чем-то таким, что-то из ряда вон выходящим. То есть я в нее играю спокойно, не напряженно вообще. Не, бывают, конечно, моменты, когда меня раздражает там что-то определенное. Но это игровые факторы, это в любом есть. Вот. Что мы еще? В Дракон Всадники Олуха мы с собой довольно долго играем. Растения против зомби-герои.
Да. А есть игры, которые ты играешь, и они постепенно-постепенно начинают душить тебя, наверное, вот своим... Не то, что даже донатом. Ну, скорее всего, вот как донатом. Вот, ребят, как вот играл... Я начал играть Легенды Дракономании, да? Почему я не могу, например, там что-то получить, не оплатив без доната? Ну, там, помнишь, там купить самоцветы. И их только за донаты. Ну, то есть за деньги реально. Я дальше не могу продвинуться, блин. Почему вот меня вот этим обременяет? Именно вот это в играх меня и раздражает. Что когда тебе не то, что... советует, а просто-напросто заставляет. Вот купи и все, иначе ты никуда не продвинешься. Вот это вот бесит. Наверное, вот это одна из причин, по которой я очень редко снимаю легенды. Против игры я ничего не имею. Но вот, вот именно вот, вот это вот навязывание, знаешь. Или бывают такие игры, где надо обязательно смотреть рекламу. Как, например, Shadow Fight 2, блин. Почему я должен смотреть рекламу после каждого поединка? Ну, на каком основании? Ну, не нравится мне ваша реклама долбанутая. Почему я ее обязан, блин, смотреть? Вот, ребята, вот, в принципе, из-за этого многие игры как бы и перестали у меня на канале появляться. И иногда действительно времени нет. Так, ну что, давай по заданиям пробежимся. Нам нужно пройти еще одну серию испытаний. Почему я это все говорю, ребята, в черепашках ниндзя легенды, вот именно вот это вот обсуждаю? Ну, потому что их больше всего смотрит народу. Если брать там, например, Snap, или там взять там Marvel, или еще какую-либо игру, на ней просмотров идет меньше. Я понимаю, ребят, не каждому заходят все игры, не каждому. Поэтому мне приходится говорить это именно вот здесь, потому что я знаю, что многие посмотрят и многие поймут, к чему и что и как. И для чего это вообще было сказано. Почему именно было сказано здесь. Фух, выговорился, ё-моё. Аж вспотел. Шучу, ребят. Ну, выговорился хотя бы. Так что, наверное, в ближайшее время что-то у нас появится. Хотел, ребята, вернуться, знаете, в какую игру? Не то, что даже вернуться, а поиграть. Castle Crash, да, по-моему, называлось. Ну, где вот эти вот битвы замков-то? Она уже у нас, по-моему, идет от компании, которая же делала игру. Чего с моей памятью стало, а, ребят? В которую мы играли с Иллинозием. Как она, где там бегают-то человечки по полю там, знаешь. Не, действительно, это старость уже, ребят. Это уже это, деменция начинает. Офигеть можно, блин. Мне действительно что-то нездоровая фигня с памятью стала. Вот. Как он там? Не Бум Слинджер, а... Ну, трындец. Вот. Ну, ладно, не суть в этом. Суть в том, что я решил в нее поиграть. А ее нету, ребята, ее нету ни на... На сторонних серверах есть, скачиваешь ее, она у тебя не запускается. Почему? А потому что она проверяет эту... лицензию. Так что тут я не знаю, тут что-то можно вообще сделать, что-то можно придумать, как это все дело обойти. Так, ну ладно, мы сейчас от другого, ребята. У нас Донателло, наверное, сейчас не получит уровень, потому что у нас мало мутагена, или получает. Получает, но тогда у нас не получает прокачки. Кто? Да, наша лисичка, но единственное, что мы с тобой... А, мы еще даже не нашли книги. 4 штуки нам надо. Раз, два, три. Ну, три, четыре. 4 книги есть, друзья мои. Так, ну что, я могу прокачать 10 тысяч мутагена. 10 тысяч мутагена, у меня даже 1000 нету. Твою ж налево. Ну, давай предположим, я начну. Так, 4 пульта, да? Всего лишь 4 пульта. Ну, пульты, они должны находиться довольно... быстро и легко. Так, это 2 пульта. Это 3 пульта. И последний. 4, вот, 4 пульта. То есть мы с тобой в следующей серии сможем прокачать и вот этот. А, тут тоже 10 тысяч. Не, подожди, тут... А, вот это я могу. Ну, хотя бы хоть что-то, ребят, прокачали. Так, 4 наушника. Давай поищем. Поищем с тобой 4 наушника. Я просто хочу, ребята, слить весь, всю пиццу. 1. Ну, один наушник. Второй. Третий.
Последний, дай, пожалуйста, последний мне наушник. Нет, не дали. Ну и фиг с ним. Не дали и не дали. Что, ребят, я могу сделать? Зато я выполнил все ежедневные задания. И сегодня что? Сегодня вторник. Сегодня вторник, поэтому нет смысла, ребят, сюда заходить, смотреть что-то. Верно? А что это у Макмана там? 1500. Плевок на 7-ю ступень. А мне невыгодно, ребят. Ну зачем мне одиночную атаку прокачивать? Ну, нет, конечно, смысла вообще. Это, да, это есть смысл, ребята. Но опять же я вам скажу. 15 тысяч мутагена, и это зэк. Это зэк, ребята, которым я, ну, практически не пользуюсь. Очень редко, очень редко. Ну что, наверное, все, друзья мои. Давайте на сегодня будем закругляться. Мы все-таки нормально так... относительно нормально продвинулись. То есть в Лигу Сёгунов 3 звезды, ранг 2. Нам немножко не хватило до Лиги Мастеров. Но завтра мы попытаемся взять с тобой Лигу Мастеров 2 звезды. А сегодня у нас в планах еще поиграть. Ну, я не знаю, наверное, Драконы, Всадники, Олуха. И, скорее всего, будут Растения против зомби-героя. Ну, вот не знаю, стримом пойдет или обычным. Нет, стримом, наверное, сегодня пойдет у нас Wargroove. Скорее всего. Но, опять же, не точно, ребята. Все зависит от времени, от желания, от настроения, блин, от многих факторов. Сейчас я хочу это, через 5 минут я хочу другое. У меня вот такое вот, ребят. Такой вот я человек. Такая у меня звезда ведущая. Ну что, все, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.